Около 1500 ученых со всего мира и больше 100 докладов. Сегодня в Уфе стартует ежегодная международная конференция по офтальмологии «Восток-Запад». Крупное событие в течение 2 дней будет проходить в онлайн-формате на базе Института глазных болезней. Почерпнуть для себя что-то новое из мира офтальмологии и поделиться опытом смогут представители России, Великобритании, Австрии, Италии, Франции, Сингапура, США и других стран. Что касается Института глазных болезней, то учреждение занимает лидирующие позиции в области диагностики и лечения заболеваний роговицы, катаракты, глаукомы, патологии сетчатки и другого. Многие разработки сотрудников внедрены в офтальмологических клиниках Башкортостана и ряда регионов России. В течение только последних 10 лет в клинику нашего института обратилось более 1,5 миллиона человек из нашей республики, из различных регионов Российской Федерации. И было пробировано за эти последние 10 лет порядка около почти 500 000 пациентов.